21 ноября 2018 год, Харьков, 18:15 где-то по Киеву. Послезавтра полнолуние. Ну и сейчас довольно красиво. Про пуп земли слышал каждый, это, видимо, пуп луны. Посмотри, сколько мелких кратеров, прямо как шрапнелью. Похоже на съемки беспилотником поля боя. Красотища.
Иди сюда, не раздевайся, посмотри на Луну. Это что, облака, что ли? Что он идет? Здорово, братец. Тихо-тихо-тихо, стой. Видишь, как шатается? А чё? Ну, сквозняк шатает при таком увеличении. Ты по полу ходишь, сколько в тебе вес уже? 7 минут. А это сколько тебе осталось снимать? Mm-hmm. Всем привет! Вот это она, ты понял, она по экрану движется с такой скоростью, как она вокруг Земли вращается. Ну и Земля. Да, то есть она двигается сейчас. Угу. Довольно зримо, ощутимо. Я говорю, похоже, как будто бомбардировка, да? Одни кратеры, воронки, разрывы. А вон как будто река какая-то. Река, какая. Ты сделал, что ты там, что вы там слепили? Попугай. Попугай. Если убрать век А, слово рай, попугай выйдет и поставите Э, выйдет. Да, не знаю, гипнотическое зрелище. Для меня, по крайней мере, точно. Не убегай. Да, это надо какую-то приспособу делать. Совершенно невозможно удержать в кадре за счет рычагового управления штативом. Приходится сам штатив двигать. Ну ладно, лады. Не, прыгает как. Только ставить, дождать, пока она сама в кадр влезет. Ладно.
Да, я думал, земные облака в кадр попадают, а это просто игра света и тени на поверхности Луны. Двадцать первое ноября 2018 год, Харьков.